Жители сортировки местечек Лесной и Котельницы требуют вернуть 4-ю детскую поликлинику. Родители рассказывают, возить детей в 9-ю больницу на Шереметьевский проспект неудобно, там постоянно очереди. Необходима поликлиника в шаговой доступности. В апреле жители спальных районов встречались с представителями больниц, региональных властей и коммунистами. Сегодня инициативная группа должна была прийти на прием к начальнику департамента здравоохранения Михаилу Ратманову, чтобы услышать его позицию по вопросу. На встречу жители не пустили, конкретных сроков решения проблемы не указали и сослались на бюрократические проволочки. Мы ждали от этого положительного ответа от встречи, что нам скажут «да, пожалуйста, конечно», то есть мы соглашаемся вернуть. Но ответ мы получили такой, что в принципе возможно вернуть педиатрическое отделение в 4-ю поликлинику обратно, но это будет происходить только после письменного обращения граждан. То есть когда мы напишем официальное письмо в правительство, то есть и будем ждать на него ответа. Оказывается, нас не хотят видеть представителей народа, а будут разговаривать только с Алексеем Игоревичем, что нас действительно шокировало на самом деле, потому что мы видим, что власть боится встречаться с народом, они испугались 4 женщин, это странно очень.